Самое главное, что хотели вам сказать, спасибо. Спасибо за то, что были здесь, за то, что слушали, за то, что задавали хорошие, может быть, нехорошие вопросы, за то, что общались, за то, что делились своими болями и решали какие-то свои проблемы. Я хотел сказать несколько слов от лица программного комитета, команды, которая делала программу для этой конференции. Мы постарались сделать программу интересную для всех вас. Мы включили туда доклады для техдиректоров, архитекторов, тимлидов, конечно же, для инженеров. И нам действительно важно, насколько доклады были для вас интересны. Была ли интересная конференция или что-то мы можем поработать, что-то улучшить? Вот. Пожалуйста, пришлите нам обратную связь. Юля потом скажет, как это сделать. Вот. И я надеюсь, здесь все получили новые знания, полезные знакомства, самое главное, вдохновение своей профессии. И хочу сказать большое спасибо всем вам, что вы пришли на эту конференцию. Спасибо докладчикам, что приехали поделиться своим опытом. И спасибо, конечно, организаторам, что все это организовали. А я хочу, в свою очередь, попросить вас похлопать программному комитету, который старался для вас и отбирал эти доклады. И вот, опять тот же самый слайд, который был на открытии. Видео будут через 2-3 недели после конференции. А если вы заполните сегодня, уже можете прямо сейчас начинать опрос. Обратите внимание, что тот, который левее, это для очных участников, для вас, для посетителей конференции, а тот, который правее, для зрителей онлайн-трансляции. Ссылочки еще придут в почту, в уведомлениях. Вот, фотографируйте. Очень-очень ждем ваши отзывы, потому что именно благодаря вам мы становимся лучше. Возможно, для онлайн-трансляции прямую ссылку, там, как скоркод. Да-да-да, прям буквально через там, 5 минут после закрытия. Все, сфотографировали? Вот, и тоже важный слайд. Мы на этом не заканчиваем конференцию, мы вас приглашаем на следующий год. И следующий год у нас будет жарким. У нас будут не только традиционные конференции РИТ, фестиваль российских интернет-технологий, не только DevOps в Москве, но мы еще поедем в Санкт-Петербург. И зовем вас с собой, конечно. Ура! На следующем году ожидается сколько? 7, по-моему, конференций, в которых у нас будет тематика DevOps. Да, я здесь... Год будет очень горячим. Забыли добавить, у нас есть еще хайлоды конференции, где секция DevOps довольно большая, и тоже хорошо прорабатывается программным комитетом. Вот, мы вас ждем не только как участников, но и ждем в качестве докладчиков. Ребят, мы бы не были настоящим программным комитетом про DevOps, если бы мы к себе эти же, к собственной работе эти практики не применяли. Поэтому мы будем делать ретроспективу. Благодаря запрещенке из Сингапура она будет горячей. Вот. Но мне интересно, сможете ли вы своей обратной связью посоревноваться вот с этими спайсами? Сделайте нам, так сказать, ретроспективу огненной, пожалуйста. Обратная связь важна. Да, и на этом все. У вас, ребята, есть еще что? А я хочу, чтобы мы снова переключились на камеру, которая снимает зал, и попрощались с теми, кто был с нами виртуально. Ребята, счастливо, спасибо вам огромное. Давайте помашем.